8 пожарных расчетов приехали в Барс на Московском шоссе. Сработала пожарная сигнализация в подвале торгового центра. Однако открытого огня пожарные не обнаружили, как и следов возгорания. Напомним, что инцидент произошел 20 октября около 5 часов дня. Всех посетителей вывели из торгового центра. Нам было самое главное, чтобы эвакуировать людей. Все эвакуированы, никого нет. Однако в социальных сетях не все довольны действиями сотрудников торгового центра. Софья Селиванова написала, что в зрительном зале кинотеатра на третьем этаже оставались дети, которые смотрели мультфильм. По ее словам, работники провели эвакуацию лишь спустя продолжительное время. Однако представители организации, которая обслуживает торговый центр, эту информацию опровергли. Они отметили, что пожарная сигнализация сработала из-за человеческого фактора. Кто-то нажал на кнопку пожарной тревоги. Людей сразу же начали выводить из торгового центра, в том числе из кинотеатра. Пожарные приехали на место спустя 8 минут. К этому времени внутри не находилось ни одного человека. Дежурки у нас прошла. Сигнализация, как обычно. Поэтому пожарки приехали очень быстро. Мы даже не успели... собственно говоря, эвакуировали, все были уже пожарные, были здесь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что вызов был ложным. Торговый центр открыли спустя несколько часов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».